现在颁授友谊勋章，加林娜·维尼阿米诺夫娜·库里科娃，俄罗斯对华友好代表人物，60年如一日，致力于促进两国民间交往，为发展中俄民间友好以及增进两国人民友谊做出杰出贡献。Поэтому для меня было высокой честью, когда за месяц до церемонии награждения от сотрудников посольства я узнала о том, что мне в Пекине в дни празднования 70-летия Китайской Народной Республики будет вручена высшая государственная награда для иностранных граждан – Орден Дружбы. Конечно, тогда весь этот месяц для меня был полон волнений и ожиданий. Звучала музыка, прозвучал гимн Китайской Народной Республики, и на трибуну вышел Си Цзиньпин. Он сказал, что вот мне запомнились слова. Товарищи,在全国各族人民共同庆祝中华人民共和国成立70周年之际，我们在这里隆重举行仪式，将国家最高荣誉授予为国家建设和发展建立了卓越功勋的杰出人士。和为促进中外交流合作做出杰出贡献的国际友人。Это была небольшая, но очень яркая речь, как всегда спокойно, с таким красивым синьпиновским акцентом, полным веры в то, что он говорит, полной веры в величие того, что он представляет великую страну. Я его дважды видела. Я еще раз говорю, он мне нравится. Который на протяжении 2012 года, когда он был избран генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая, он провозгласил программу, разделенную на этапы, одной из мощнейших стран мира. Поэтому Китай мне ассоциируется с мудрым руководителем Си Цзиньпином, достойным своего народа, потому что он вышел сам из народа, народом, китайским тружеником, великим тружеником, который поддерживает политику своего правительства. Он такой же для меня стабильный, крепкий, как Китай, как сам Китай, который стоит на всех своих крепко ногах, знает, что ему нужно, знает, куда стремиться и знает, как эти вещи надо претворять в жизнь. Вот он, вот такое впечатление производит на меня.